Я сам могу. Все, я. Всем привет. С вами. С вами Акул. Ирландец. А, Ирландец. В общем, ребят, закончился турнир. Мы все вылетели. Хочу поблагодарить организацию, которая предоставила охуенные вообще условия. Впечатления. Для впечатлений вообще масса позитивных и негативных. Первый плюс организации – ждать матч пришлось мне в 11 с начала регистрации. Начал я играть в 11. 12 часов ждал свой матч. Вообще бодрячком должно все было пройти. Я паузу можно поставить? Да, похуй. 12 часов прошло. Получается, 12 часов, еще 2 часа играть. В 1:30 закончили. Блять, нормально, в 6 приехал утра в Казань. 2 часа от ночи я закончил играть, домой пришел. Ну, блядь, бодрячком играл, вообще, блядь, нормально. Сам себе гол забил. Да, вообще, мне первые 2 игры вообще не хотелось играть. В итоге, нахуй, вылетели. Супер, бля. Постоянно, короче, выгоняли пацанов, которые болели. Мы все заняли 4-е. Третье, по сути. Да четвертое ты занял. Четвертое, да. Ой, заряд кончается, зарядка. Пятое. Топ-5, да. И четвертое тоже. Постоянно выгоняли пацанов из зала его, потому что не могли посмотреть. Они игру хотели поболеть, своих поддержать. Все, пизда. Не-не-не, нормально. Да нормально все, что-то. Вот, короче. Там кончается. Сегодня, когда выгоняли, я, блядь, орал на них, злой тоже был. В итоге, когда сегодня пришли посмотреть плей-офф, нас тоже послали нахуй, сказали, идите в зал, смотрите, ебать, на пустые мониторы, как чувак, ебать, стример из кабинки орёт там, ебать. Ебать, какой момент там, вся фигня. Вообще, замечательная вообще организация, вообще спасибо, ребят. Да, я согласен с этими словами. Очень хорошие слова, да, организация на высшем уровне. Бля, я не знаю, люди едут со всей страны, ебать, сюда, и тут их давай посылают нахуй. Кончается. Да похуй вообще. Тут их посылают нахуй из-за того, что, ебать, они... Аренда клуба закончилась, проплаченная там организациями вот этой ФИФы, ебать, ну, чемпионат, где там, блядь, федерации, клубов, ебать. Заряд кончается. Киберспорта. Ну ладно, ребят, вот такие дела. Хуйня, организация нам... Турнир хуйня, все хуйня. Вообще, блядь, нахуй я сюда приехал. Все, пойду я нахуй. Все, ребят. Вот, смотри, смотри, маршрут. А все, да, все, поехали мы вот, в Самару. Сними, сними домой. Подписывайтесь на канал. Бабки нам сразу надо, да? Пока. В общем, ребят, серию роликов закончим.